Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами одолели класс 2 все-таки. Ну и проехались одну из гоночек уикенда, тоже взяв там золото. Вот, ну в этой серии давайте прежде всего зайдем в режим карьеры. Так, и... О, видите, 71% сразу. 2 золота взяли. Ладно, посмотрим, что у нас в итоге на выходе получится, когда все золото возьмем. В общем, в этой серии давайте мы Weekend Race попробуем проехать. Не все, ну, парочку, например. Вот, я тут вне записи попробовал потеститься вот на этой Японии, ну, потому что тесты — это неотъемлемая часть гонок. Вот, и, естественно, я не преминул этой возможностью воспользоваться. И, в общем, так, подизучил трассу эту Японию, ну, потому что она действительно очень сложная. Мы по ней-то и не ездили, собственно, особо никогда. Поэтому... Вот, собственно, сейчас хотя бы мы с соперниками будем примерно в равных условиях. Ну что же, поехали. 968 у нас уже есть. Починили его. На местной СТО у дяди Славы. Ну и посмотрим, на что сейчас наш Поршик будет способен. Дядя Слава на весь район славится. Ох, кудесник. Ну и самое главное, мне систему GPS поставили. Теперь я в поворотах вроде бы не так должен путаться. На разгон все-таки этот Поршик туговат. Ай-яй-яй, не надо, не надо. Вот сшибать тут углы. Ох ты, там борьба. Борьба идет ожесточеннейшая. Воу, чуть было не было. Вот Столбович этот. Прям, о! Ух, как пролетели. Вот это вам новая рулевая колонка от дяди Славы. Смастеренная с помощью... Ох! Вот так подставились. Ну, неплохо, неплохо. С помощью молотка и какой-то там чьей-то матери. Так, пошел вон желтяк. Это кто опять? Радар какой-нибудь? Он любит на желтых тачках ездить. Да ты глянь, какой он, а? Синенький тут. Ничего себе. Война идет прям не на жизнь, а на смерть. Вот такие гонки мне нравятся. Опять адреналин кипит. Так. Любименький мой поворот. Тут вот этот столбик. Никчемный. Да господи ж ты же. Не, ну сейчас видите, хотя бы уже хоть какая-то борьба идет. А то ж мы же ж... Я же ж сливал же ж просто. Какая там борьба. Там вопрос стоял просто о том, чтобы машину до финиша довести. Уж ни о каких там победах речь-то не шло. О, опасный там, конечно, срез, но он дает как бы плюшки. Так, синий. Синий не лег на провода. Да как они так... Ух, блин, читеры проезжают сквозь препятствия. Ох, какой живописный район-то, а? Так, сейчас. В последнем повороте они достаточно медленно себя ведут. Но разгоняются в точку. Блин. Прям. Эх. По внешней заходил. Так. Блин. Хорошо, что я без шлема. То бы вообще нос не почесать. Так. Ай, да, снесло тоже, блин. Да что ты будешь делать-то, а? Пацаны, надо вас делать. Что вы обнаглели. В конец. Блин. Ай-яй, нехорошо, очень нехорошо. Мы рядом. Так. Ох, как он влетает здесь. Прям красавелла. Ага, и я вот тоже влетел. Решил попробовать. Влетел только на бабки, блин. Эх, не. Хотя бы второе место вырвал. Деньги, знаете ли, тоже нам нужны, потому что надо будет дальше покупать там... Ух, таких мега монстров от Porsche. Так, ладно, второе место. Ну ничего. Сейчас сделаем перезаезд, сейчас все будет. Реванш, все дела. Поставим на кон рулон вот такой вот бумаги под названием доллары. И они не откажутся от этого. Так, серебришка. Ну, деньги. Я себя успокаиваю тем, что мы этим самым пока деньги наколачиваем. Так, давайте еще раз. Страшно смотреть на наш Поршик, конечно. Ух, 7200. Но все равно получили пятнарик, так что нормально. Поехали, второй заезд. Фух. Размялись. Сейчас надо серьезно, в общем, браться за дело, товарищи. Вот так вот отжал. Во-во-во-во-во. Вот так надо входить в тот поворот. Ай-яй-яй. Так, синявка. Синий иней. Спокуха, ребята. Спокуха. Так. Вы там между собой пока разбирайтесь, кто из вас синий, а кто из вас иней. Дэмсин, ё-моё. А, вот здесь плохо вошел. Так. Вы знаете, трассу, когда подучишь, даже самую трудную, сложную, то она не такая уж страшная становится. Оу! Так, тут же меня достали. Нет. Хорошо. Пока вваливаем. А, вот это место вообще красивое прям. Так они едут трамваем. Мартиной чиркнул, ладно. Поршик уже доказал, что он крепок. Немецкое качество, все дела. А! Спокуха. Ох, отлично. Так, желтый вышел вперед. Так. Аккуратно тут по этому парку. В общем, знание трассы — это прям 50% дела. О, мой корефан с работы пришел. Я-то сегодня всего 2 часа в день поработал. А дружище-то лупил весь день. Ну ладно. Надеюсь, он нам позволит дописать до конца эту серию. Пойдет помоется сейчас. Дела. Так, ну у нас есть незаконченное дело. Спор. Так, опять красивая аллея. Любуемся. Но внимательно смотрим на дорогу. Так, последний поворот. А! Чиркнули. Так, соперники не дремлют. Очень близко. Очень близко. Последний круг. Так, неплохо. Можно было, конечно, и получше, но тоже сойдет. Ага, подоторвались, малеха. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Радует, что серьезных тьфу-тьфу-тьфу, пока не сглазить, не было серьезных втычек во всякие там столбы и прочие радости города. Опа, опа, опа. Блин, ребята, просто аж в глазах рябит от всего этого многообразия небоскребов. Повороте надо начинать тормозить. Классный, кстати, поворот. Не, хорошая трасса. Сейчас, если еще удастся выиграть, она еще прекраснее станет. Когда на такой сложной трассе удается выиграть, ох, это ж прям чувствуешь себя каким-нибудь, я не знаю, там Себастьяном Феттелем, Льюисом Хэмилтоном. А, все, ребята. Нюхайте выхлопные газы мои. Высокооктановые. У, да. Отлично. Фу, сложная гонка. Сложная, конечно. Но можно все-таки, оказывается, и там выигрывать. Так. 20 тысяч. 20, отлично. 260, да? Неплохо. Давайте сразу засейваемся. Прям сразу надо такие результаты сейвать. Не дай бог что-нибудь. Свет отключат. Мало ли что. Северная Корея нападет на Южную. Надо предостеречься. Так, давайте еще один заездик сделаем здесь. Так, мы бокстеры в прошлой серии прошли. Трофи бокстеров. Так, выиграли 968. У нас осталось вот 911 трофи. Тут написано, что можно на 911 GT2, Carrera и опять на GT2. Так, и собственно говоря, будет еще один трофи 911. В общем, 911 я к чему клоню, у нас есть. Давайте попробуем. Да, пустили. Ой-ё! Какой он... Прости меня. Прости меня, мальчик. Сейчас мы тебя починим. Вот так вот кубики, видишь, закрасим. Все, будешь... Ну, а корпус, как я сказал, зачем мужику быть смазливым? Самое главное, что внутри, правда? Мощь, сила, пламенное сердце. Так, ну что, поехали. Ну, что-то чувствую, сливать сейчас будем. Ну ладно, попробуем. Попробуем, что там. Попытка не пытка, как говорится. Сольем, значит, пойдем покупать что-нибудь помощнее. Потому что против 911 GT3 что-то, по-моему, мы слабоваты все-таки. Ну ладно, не будем раньше времени сдаваться. Смотрите, как он на того желтого первого просто в точку уходит. Или не особо в точку, а? О, как его. Эй, ты чё, мужик? О, ой, прекрасно. Так вы тут, пацаны, тупите, да? Не, они мощнее, они прям видно мощнее. Нифига его там по всей трассе и лозит. Он вообще не знает, что с этой мощностью делать. Просто псих. Кошмар. Судьи, накажите его. О, обалдеть, я в лидерах. Ребята, мы лидируем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, трасса-то какая скоростная. Обалдеть, я на тормоз нажал вот 2 раза всего. На всей этой трассе. Так, только газом играл и все. Охренеть. Ребята, мы лидируем. Эта трасса очень скоростная. Она прям даже скоростнее, чем... Ё-моё. Чем то, что было на этом... Автодром-то... На 550-м, где ехали. Потому что 917 там был тоже такая трасса извилистая. Вот на 550-м достаточно скоростная. Но это вообще... Это прям... Оу-оу-оу, забыл. А, нет, вписался. Блин, у него тормоза, кстати, неплохие. Обалдеть, мне нравится эта трасса. Прям шикарная. Тут тоже надо быть предельно внимательным. Вот такие повороты. Прямых-то, кстати, почти нету. Все вот она в извилинах, но таких вот очень скоростных. Тихо, 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 тихо. Едем. Воу, что это было? НЛО? О, вот здесь... На узких улочках городских вообще скорость чувствуется неимоверно. Ребята, я не знаю, как там на ютубе передает ли это все YouTube картинку вот эту вот, как вот эту скорость сумасшедшую просто. О, мне прям понравилось. Ничего себе, наш 911 Carrera, какой там он, 4-й, разорвали GT2. 2 GT2. Ну, Carrera обычная, ладно, не в счет. Ну, 911 вот эти GT-шки, они прям видно, они насколько они мощные были. Вы видели это? На реплее он сейчас, он просто кувыркнул ее. Бочку сделал. Кошмар. Они реально, они просто не знали, что с этой мощью делать. Их тут швыряло. Может у них, я не знаю, у GT2 поворачиваемость плохая очень. Кошмарики. О, прям адреналиновая гонка. Как на подбор все. Что первая в Японии, что сейчас. Ну сейчас это вообще просто супер скоростная. Ах, красотища. Так, ну что, я предлагаю, давайте добьем, наверное, турнир класс 1. Сейчас посмотрим, что у нас тут за тачки. О, в основном 911 турбо, 968. Короче, одни турбированные монстры. Я там по магазинчику-то полазил, зашел, значит, в автосалончик. О, да, музло. Мощно, мощно. И я тут такую пушку видел. Я прям ее хочу. Сейчас я ее вам покажу. Так, нет. Смотрите, вот 911 турбо, да, 3.6. Но у него управляемость никакущая просто. Да, он супер мощный, конечно. Но... управление у него просто кошмарное. Так, нет, это... Вот. Нет, не это. Сейчас. Так, блин, что, я потерял, что ли, его? Это GT2 гоночный. Это... во, да. 911 турбо. Смотрите, какой монстр, просто кошмар. Он очень мощный, и еще и у него управляемость какая. Я склонялся к покупке 911 турбо 3.6, но нет. Тут, судя по всему, ведро. А это, видимо, прям боги спустили с небес эту машину сюда. Ну ладно. Оно, конечно, по показателям он красив и хорош, но посмотрим. То может это... Не, давайте красный. Красный Porsche. Турбо. Да. Так, ну что. Почти все деньги сейчас на него сольем. Надеюсь, оно того стоит. Надеюсь, ты себя прям... покажешь во всей красе. Так, ну все те же лица, вон, все Edge, Samsung, Samsung, Радар, Шок, Rage и Бас. Ладно, поехали. Так. Конечно, Advance. С нами будут ехать Edge, Шок и Радар. Ну, ок. Так. Погнали. Ух, снег, что ли, или... А, ну да. Не, по вот этим вот показаниям, по полосочкам, конечно, машина шикардос. Но сейчас все проверится на естестве, так сказать. Так, ну здесь, конечно, идет снег, поэтому... машина плывет. Но все равно. Во-первых, у нее динамика... Воу, вот сейчас в медленных вот этих связках прям ощущается. Динамика просто кошмарная тоже. Вот бы на вот этой... пулей проехаться вот на той трассе, где мы только что, ну вот это супер скоростная. Там, я не знаю, там адреналин из ушей просто потечет. Ай-яй-яй. Вот его бить тоже нежелательно. Он настолько дорогой, что там, не знаю, просто его перекрасить, наверное, будет стоить 50 баксов. Все наши призовые за победу, короче, отдадим. А если уж его разбить хорошенько, то там, я не знаю, придется в кредиты влазить. Ой-ой-ой, вау-вау-вау. Прикольное место. Скоростное. Воу-воу-воу, сейчас улетим. Ох. И там этот ч... Ух ты! Привет! Ничего себе. Ты чё, парень? Ты на каком-то ведре с гайками пытаешься с божественной машиной просто тягаться. Эх, можно было бы, блин, не, мне он нравится. Можно было бы всю оставшуюся игру вот на нем проехать. Все эти рейсинг серкетс там тоже. Ну, в Weekend Race'ах у нас будет еще один заезд 911. И я надеюсь, что вот этот аппарат туда пустят. Ну а чё, он же 911. Пусть он и божественный, но все-таки 911. О, да, вот это место прям пролетаем. В натуре как НЛО. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, все, все позади. Даже не видно в зеркале заднего вида. Оу. Чуть в витрину опять не присел. Обалденно динамичная машина. Гран-туризма, кстати, есть. Сейчас вспомню. 911. Блин, как же он там называется? 911. А! Porsche 911 GT3 RS. Вот такой там есть Porsche. С виду он, конечно, тоже прям великолепный. Прям машинка-сказка. Ну, плюс еще, конечно, черт возьми, то, что в Гран-туризме Porsche никогда не было, и тут они появились, и прям любое ведро от Porsche смотрелось бы, наверное, очень круто. Но, блин, 911 GT3 RS это уж никак не ведро. Так, ну, начало, конечно, многообещающее, прям ничего не скажу. Тут только хвалебные отзывы. Пятерки, десятки, не знаю, 100 из 100 прям. Сейчас главное просто, чтобы трассы были все знакомые. Потому что машина тащит, прям тащит. Франция. Шок на втором месте. Рейс. Ага. Ладно, это только первая гонка. Пока еще и, собственно говоря, лидеры-то не определились. О, так мы его и что-то и не покоцали почти. Прям, ого, почти не покоцали, а 12 кусков отдай. Вау. Самое дорогое, это, конечно, корпус чинить. Не, нафиг, давайте корпус не будем. Корпус у нас останется суровым, подбитым. Так, поехали. Ой, ночь, по-моему, там. Ночь, но зато ясно. Без всяких там погодных аномалий. Вот сейчас тогда и протестим полностью его. О, здесь-то я еще ночью не ездил. Это побережье это французское. А фары-то... Одна фара все горит. А света все равно нету от фар, да? Вау-вау-вау-вау-вау! Ай-яй-яй-яй-яй! Ох ты! Вот это да! Ты, я смотрю, тоже не знаешь, что делать с этой мощью, да? Парняга. Воу, тут между деревьев прям. Кстати, они медленно проходят этот поворот. Это хорошо. Так, ладно. Не рискуем особо. Пока. Вроде везем. Так, что будет это? А, не будет здесь кругового движения. Это хорошо. Так, вот сейчас чудик нам этот показывает, собственно говоря, куда ехать. Вау, ты аккуратней там, слышишь? Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Так, блин, лидера нельзя отпускать намного, надолго. Потом там того и гляди, что-нибудь натворит. Да что ты, блин, змейки эти. Да, трасса не из легких, надо сказать. Но есть пара мест, где они тупят. Это хорошо. Вот, например, одно из них. Точнее, оно уже второе, на самом деле. Прямо. Но здесь, я смотрю... Кстати, боты классно сделаны. Вот чем, смотрю, мощнее машины становятся, тем они больше ошибаться стали. Прям они, вон, видали, да, на первом круге этот бочку совершил, тут этого развернуло там. В общем, летают пацаны только так. Главное нам тукоте не летать. Также не летать, как они. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Кто в прошлой гонке вторым-то пришел? Ой, как просто... аж... Такие удары, они прям аж в сердце отдаются. Так, сейчас же, да, где-то будет это место. Да ладно, да я бы снес этот фонарный столб просто. Куда я? Куда? Вот куда? Что там? Невидимая стена? Ну ё-моё. Опять чит-коды активировали. Ну как так, а? Что, получается, там нельзя слишком глубоко залазить в срезку. Блин. Так, ладно, надо последнюю часть трассы постараться чистенько. А, это уже третий круг. Тогда тут старайся, не старайся, все уже. Гонка слита. А, жалко, жалко. Так, ну будем надеяться, что выиграл не тот, кто пришел второй. В прошлой гонке радар, шок. Эдж. Ладно, смотрим, что там по очкам у нас ситуация какая. О, неплохо, неплохо. Ага, радар, значит, третьим только пришел в прошлой гонке. Нормально. Мы еще даже лидируем до сих пор. Так, сейчас будут штаты. Ну ладно, поехали. Так, у радара со мной сейчас одинаковое количество очков, да? Так, репейр. Надо починиться. Ой-ой-ой, 19 тысяч. Кошмарики. Кошмарики. Да. Ну ладно. Дело не в деньгах, в конце концов. А в престиже. Дело в победе. Главное выиграть. Там за победу 100 тысяч насыпят. Маловато, правда. Не, машина все равно четкая. Хоть даже я там не смог вторую гонку выиграть. Но парад классный. Чего ты? Так, теперь тебе надо косячить, кстати, да? Радарчик. Хотя не, рано еще. Всякие там тактические схемы применять. Надо лупить просто. Пока еще есть возможность. Опа. Опа. Так, радар отрывается от них. Значит, он тут королит. Ох, как перетормозили. Не, кто-то там опять улетел. Нет, тут у них сейчас ошибок, короче, много. И не факт, что если кто-то из них лидирует, то так оно и останется. О, аж тут подпрыгиваем. Ё-моё, каньон. Блин, не люблю вот это место. Вообще эту трассу не люблю. Ой-ой-ой. Так, ну вроде такой задельчик сделали. Чё, хорошо, что на втором месте пока не радар. Это тоже круто. Ага, сейчас они нас уделают. Нет. Главное, ребята, побольше очков друг у друга отнимайте, боритесь там, приветствуются, зрителям нравится. Все пищат от радости. И мне хорошо. О, как они там сцепились-то. Прям форсаж какой-то. Так, ой, узкий каньон. Блин. Карьер. Блин, реально какая-то выработка карьерная. Ать! Заасфальтированная просто. Ух ты, подобрался, да? Типа такой. Могёшь, да? Ой, так. Тут сейчас будет что-то ужасное. Ага, final lap, хорошо. Все. Ох, вот это да. Фига там было столкновение. Молодцы, молодцы, лупятся пацаны просто. На кону большие деньжищи. А! Как я его сейчас припечатал, а? Опять оба вылетели. Причем лупятся вдвоем. Третий что-то вообще не из нашей лиги. Чувак. Такой едет как пенсионер, просто на расслабоне такой. Чё, говорит, все равно я ниже 4-го места не финиширую, потому что он вообще случайно сюда попал. Едет с семьей на шашлык, просто у него машина крутая. Чё? А его тут типа в гонку такие записали. А нет, 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 нет. Тихо, тихо, тихо. Спокуха, пацаны. Спокуха, вот же финиш. Вот ни одна гонка спокойно еще не прошла. Вот это вроде ничего не предвещало такого, но вот нате. Бочка перед самым финишем, и все. Расклад уже поменялся конкретно. Фу, ну ладно. Главное, что выиграли. Блин, у меня аж нога трясется. На нерве прям, на нерве весь. Машину разбил. Денег нету. Но победили. Так, 20... Ух ты, 6 очков, отлично. Трое по 18, офигеть. Вот это там плотничок у них. Радар, Шокэч, ладно. Без разницы тогда, кто из них сейчас приедет. Второй. Так, это у нас какая? Четвертая трасса, да? Вот надо ее еще выигрывать в идеале, и все, тогда будет уже на последнюю трассу, которая, опять же таки, Япония, будет по барабану. Ай-яй-яй, 2900. Сколько за победу-то дают в каждой гонке? Ничего себе. Это я еще корпус не чиню. А мы уже на нулях практически. Так, утро, да, и солнечно. Нормально. Да, последние гонки, конечно, прям загляденье. Прям аж азарт такой появился. Мощный. Еще, пацаны, покатаемся. Так, ладно, снесем пока эти штучки, дрючки. Блин, узенькая такая дорога, что тоже, по-моему. Нифига себе. Тоже вот места-то знакомые, как бы, локации, но... по другим дорожкам проложен, поэтому... Оу, нифига тут. Тут моему Порше вообще негде развернуться, мощам его. Оу, это, блин, это хорошо, что вот он еще лидирует, он так, скажем так, подсказывает мне. Ничего себе, тут тещиный язык. Оу, вот это да. Так, 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 куда? Так, что там направо? Парнишка. А ну-ка, стой. Что, мы с тобой оторвались от всех, да? Что, будем 2 очка соперничать? Нормулики. Я думал, сейчас по прямой, если честно, просто влечу. Или вылечу. Тормоза хорошие. Блин, когда у машины хорошие тормоза, это прям прекрасно. Наездился я уже на тачках, у которых тормозов нету, нифига. Так, что, второй круг пошел. Нифига тут круги длинные. Но они не то что длинные, они медленные. Ничего себе, тут петли такие прям нарезаешь. Ай-яй-яй. Так, 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 поддогнал, вижу. Эй! Ай! В фильме Need for Speed, вот, который вышел пару лет назад, что-то вот похожее в конце было. Типа дорога там на маяк, что-то такое, где они там в последней финальной гонке ехали. Красиво, конечно, пейзажик там такой был. Прям напомнило Need for Speed Hot Pursuit. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нехорошо, очень нехорошо. Так, ну ладно. Вспоминал все, как эта гонка называется. Де Леон, вот. Монах там ее организовывал некий. Не, вообще, кстати, прикольный фильм. Жажда скорости. Гораздо мне больше нравится, чем форсажи современные, вообще не понять, чего они превратились. Зачем они продолжают его называть форсаж, непонятно. Так, ладно, третий круг, последний. Надо сосредоточиться! Сосредоточенно влетел. Забор. Так, тормоза подсели. Нет, трасса прикольная, прикольная все равно. Четко. Такая неунылая. Не дает вообще расслабиться ни на минутку. Ну и сопернички тоже. Правда, подотстали. Голова, наверное, у них закружилась. Слабые на вестибулярку. Жители, наверное, проклинают нас. Вот, понаехали тут. Гонщики, мать их. Главное, чтобы пальбу не открыли. Там опять вдвоем рубятся. В принципе, нам по барабану, кто из них приедет вторым, если мы выиграем. Да и очков у них там одинаково. Все равно кто-то должен вырваться чуть-чуть вперед. Все. Фу. Ну все, ребята. Раз выиграли эту гонку, пятая трасса, пятая гонка, она практически ничего не значит. Так, проедемся уже в режиме Хэмилтона. Все, можно сказать, мы победили. Отлично. Турнир класса 1 взят. По очкам мы в недосягаемости. По-любому мы сейчас хотя бы там сколько за четвертое место там очков дают. 3. А у нас на 10 очков отстаем. В смысле, отстает. Радар, Эйс, вот они. По 24, Шов 22. Ну все, все, ребятки. Математически я чемпион. Так что можете оплакивать свои надежды. Так, Япония, ну чё? Победу престижа надо взять. Так, сколько у нас? 12 тысяч. А, десятку дают, получается, за победу. Мало вообще. Так, это что, двигло? Надо тормоза починить. Вау-вау-вау, 12800. А, 12800, а у нас 12900. Подвеска. Вообще, у нас и так много. Давайте подвеску вкинемся. Так, так. Нет. Ладно. Вот 800 баксов на что там? На праздничный тортик и шампусик. Вечером посидеть, победу отпраздновать. Ага. Знакомые аллеи. Так, блин, здесь же конфигурация будет другая. Мы победили там в Японии, но еще и лес, сейчас тут грунтовка начнется. О, привет, Колин Макрей. А, да, еще и читерим. А, опять нос чешется, блин. О, еще и не последний был. Да что ты. Вообще, прям как по дождю. Это не просто грунтовка, это еще и... Ё-моё, как они вообще уезжают-то здесь? То есть, я так подозреваю, мы, короче, лупим на сликах, а они на грязевке. Да, потому что смотрите, как мы выехали на асфальт и сразу все пошло. На лад! Да. Эту конфигурацию, конечно, я вообще не знаю. Нифига себе. Блин, как хорошо, что мы заранее выиграли титул, потому что здесь было бы очень сложно сражаться. Реально, по этой конфигурации же первый раз еду. Вот только знакомое место. Да, вот здесь. Бывали мы. И все. Так, я так чувствую, мы будем с этим пацанчиком за третье место вот сражаться, и все. Здесь оно просто неуправляемое. Асфальте-то вроде как дела получше обстоят. Ну тоже. Привет, столбик. Ты мой красавец любимый. И только сейчас он подогнал мотороль. Ё-моё! Научились к пятой гонке управлять своими машинами сверхмощно. О, этого уже на бок он кренит, так что не шибко-то они и научились. А может, он и не чинился. А вот и у нас чутка перекосило. Такое впечатление, что разрабы тут вот этими вот вставками грязевыми, они хотели еще и славу Колина Макрея чуть-чуть это оттяпать. Всего по чуть-чуть натыркали. А вот вам похожести на Гран-туризма, вот вам похожесть на другой автосимулятор Колина Макрея. Во-во-во, улетел. Так что летают, пацаны, летают. Так вот, лидеры. Лидеры-то, наверное, тоже летают. Просто я летаю больше, чем они. Ничего себе. Просел. Да куда ты едешь-то? Да, перед самым финишем опять. Ну ладно, третий. Нормально. Подиум зацепили. Самсунга уделали. Фу, ну все. Теперь вот официально. Награждение. Давайте подиум. Все-таки это последний турнир, так сказать, в этой-то части. Так что что-нибудь, ну, такое показательное дайте. 38, 34, ух, сколько очков отыграл сразу. Ну и ладно. И не жалко. 100 тысяч насыпят сейчас. Блин, надо будет деньги фармить. Потому что... Ну... Посмотрим, хотя там Weekend Race, я говорю, 911 остался у нас один. И останется еще Racing Circuits, ну там, понятно, под каждую надо будет 3 тачки купить, и там какие-то суммы просто заоблачные. Я даже не знаю. О. Ага. Ну, хотя бы дядька вот нас поздравил, сказал хоть что-то другое, чем You beat the track record final lap. You have completed the Modern Era tournament. Select final bonus from the options menu if you wish to collect your final bonus now. Короче, вы закончили современную эру, турниры современной эры. Выбирайте последние или финальные бонусы в меню опций, если желаете собрать ваш финальный бонус прямо сейчас. Ну, а что, давайте посмотрим, что там. Может, бабосиков насыпят. Давайте засейваемся. И зыркнем, чего там. Так, final бонус. Ну-ка, смотрим. You have completed 82% эволюции. У вас до сих пор нету 4 золотых трофеев в этой эре. Вы действительно желаете забрать ваш финальный бонус? Опа. То есть, видимо, бонус будет отличаться, да, если еще 4 золота этих взять. Либо это вообще, типа, если я сейчас окей нажму, то не дадут возможности там золото взять, просто это будет, я не знаю, ну, какие-нибудь финальные титры, там, киношка какая-нибудь или еще что-то. Может, машину какую-то дадут. Короче, ладно, давайте я тогда не буду жать окей. Сохраним интригу и оставим ее на финальную серию. Так сказать, в финальной серии будет финальный бонус. Вот так вот. Давайте сделаем. Так что жмем No. Ну и тогда на этом... Давайте прощаться. Сегодня мы сделали, ох, большую работу. Прям мне понравились все гонки. Надеюсь, и вам также понравилось смотреть, как и мне ездить. Вот, динамичные, прям такие насыщенные борьбой были. Ух, круто. Всегда бы так и всегда бы побеждать в таких гонках. Вот, а нам осталось всего 4 проехать гонки, но они очень дорогие в части машин. Ну что ж, все. Комментируйте, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте тоже подписывайтесь. Там можете в разделе для, в общем, заметок, скажем так, оставлять свои пожелания в части игр, которые вы хотите, чтобы я прошел на своем канале. Ну и ставьте лайки, если вам понравилось. С вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующей серии на этом же канале. Всем пока-пока.